Ну что, друзья, всем еще раз привет. Мы продолжаем смотреть турнир 1 на 1. Играет у нас сейчас опять S4 и опять же Icy. На SF-ах третья решающая карта. Счет 1-1, естественно, если это третья решающая карта. Ну и погнали. Shadow Fiend. Видели мы это совсем недавно. Ну и посмотрим, конечно, кто кого сейчас одолеет. Первые две карты были достаточно быстрые, вроде как. Ну, относительно быстрые. И пока, опять же, отвечаем на вопрос телезрителей. Можно ли смотреть International без компендиума? Конечно же, можно. Компендиумом, его наличием вы просто помогаете Dota комьюнити, Доте, себе тоже помогаете неплохо. Так там всякие прикольные есть приколяшки. Бонус, батл бонус, который дает вам больше батл поинтов за каждый матч. Шмоточка Immortal рандомная из 5 штучек. Дальше что там, курьер с кучей возможных вариаций. В общем, много приятных бустов дает компендиум. И $2.5 от каждого компендиума идут в призовой фонд International. Именно поэтому это сейчас, этот турнир является самым крупным в плане призового фонда в истории киберспорта. 2 700 000 там, или даже больше. Там Icy, я смотрю, уже угольками закидывает S4. S4 он и так черный, а тут еще и углем сверху посыпают. Но это же вообще забейте так жить. Так. Пишет, реклама компендиума. Да нет, вы что? Какая реклама компендиума? Ну, компендиум сам по себе реклама, он везде и так форсится во львами, поэтому ну, не вижу смысла вот лишний раз рекламировать. Но, опять же, да, из всех айтемов в магазине, Dota 2, наверное, это единственный артефакт, который окупает свои, там, $10. У нас тут ФБшечкой пахнет. Вот такая, вот такой вот First Blood. Очень просто все делает Icy, и я даже не знаю, что тут можно добавить. Конечно, намного больше прироста Icy не получает. Хотя по левелу там уже два уровня. Слушайте, а два уровня — это очень сильно. Еще ботл какой-то заехал. Угу. Пишут, что S4 походу в хламину. Не знаю там во что сейчас S4. Но вот этот фраг, конечно, был вообще никудышный. Именно в плане сложности исполнения. Ну, просто подошел и сэп дал тычку и убил. Так, пишут, Каспер, верни кресло Версути, ему там неудобно. На самом деле, вот тот стул, на котором сидит Вилат, вот это кресло, оно очень жаркое. Там очень сильно потеет задница, там спина потеет очень сильно, и в нем действительно жарко сидеть, поэтому я вот предпочитаю сидеть на обычном стульчике или на креслице таком, как у нас там в арене, например, стоят в зале в самом. Там, где диванчики вот эти кожаные, у нас есть миниатюрные копии этого всего. В общем, мне там больше нравится. Тот стул немножко такой некомфортный. Когда будут пуджики или инвокеры? Ну, когда кто-то выберет пуджика или инвокера. Вот в чем дело. Так, дальше-то. Дальше видно, что Icy очень сильно сейчас доминирует. 15-6 у него крипстат. Да, может быть, S4 действительно устал. Может быть, действительно, там сейчас ему просто впадло нажимать кнопки, как-то сильно стараться, потеть. И вот он себе сидит, играет от фонаря и особо не заморачивается. Видимо, сейчас Icy забегает на хосте. Один койл. И это 2-0. Это ГГ. Да, друзья, вот так вот. Good game. 4 минуты у нас длился этот матч. Сейчас я выясню, будут ли у нас полуфинальные матчи сейчас. Или посмотрю просто на Dota2.com. Вот, International. Так, Solo Championship Playoffs.
Ага, значит, сейчас, скорее всего, будет у нас еще и полуфинальный матч. Но он будет один, скорее всего. Ладно, пока что небольшой видосик. Забавный вроде видосик. Увидимся с вами совсем скоро, минут через пять. Да, ну, в общем, что-то типа такого, я думаю, вам понравилось, надеюсь, вам понравилось. Да-да-да, в общем, сейчас мы будем смотреть Дэнди против Муши. Это полуфинал, опять же, данного турнира. В противоположном полуфинале у нас будет играть Феррари и Му. Вот, Дэнди versus Муши. 1v1. Торнамент... Семифинал. Ту-ду-ду. Роман Каспер, Лепехин. Нет, нет, Роман Каспер, Лепехин. Лепехин меня пока мало интересует. Мне нужен адрес Стримчанского. Вот он. Вот он, адрес Стримчанского. И запилил я у себя везде анонсики. Опять же говорю, подписывайтесь, не стесняйтесь. Не пропустите тогда ни одного стрима. Так, интересует меня также сейчас, кто на ком будет у нас потеть. Так, Фрори, Рон, Азер Гейм. Да-да-да-да-да, в общем, мы сидим сейчас с инмейтом, ждем. Точнее, я жду, Дмитрий спит. Вот, блин, вебку я подключил, но не могу пока. Так, это же Баян, но крутой. Ну, понятно, что Баян, блин. Ну, все крутые видосы, почти все, это какие-то Баяны там. Свежие или не свежие Баяны. Может быть, уже порванный Баян, например, какой-то, но тем не менее Баян. Так, я уже ничего не могу вспомнить из таких забавных видосов, поэтому вы уж меня простите. Так, много тут сообщений. Проснулся инмейт, быстренько поклацал. Здравствуйте, а что случилось? Что случилось? Рассказывай, как, что тебе снилось? Кого Макс? Кого-то поджигал? Магнус кого-то подвозил?
Каспер что-то говорил, кто-то что-то писал, кто-то что-то создавал. У нас сейчас тут будет супер заруба. Супер-пупер. Да, Муш и Дэнди сейчас будут играть. Да ладно, это уже что получается, 1/4? Полуфинал. На четвертую мы смотрели только что. Ну как смотрели? Ну да, ну ты тоже смотрел, ты там как-то на астральном уровне, видимо, тоже смотрел. Я есть астральный уровень. Не, ну топим за Дэндика, я думаю. Воу-воу-воу, кстати. Тебе дали билет суперкастера Интернешнала? Е-е. Да, ты чувствуешь? Е-е, не зря спал. Все, теперь... Инмейт будет хвастаться тем, что у него есть 3 билета несуществующих турниров. Ну как несуществующих? Ну вот, например, ну нету билета на восточные отборы. Существующий турнир? Есть. Ну нету билетов на эти турниры, вот в чем дело. То есть на восточные отборы нету билета, на западные отборы и на сам International билета нет. Но если вы не понимаете, о чем мы говорим, то мы говорим о вот этих супервкладышах, которые здесь находятся, которые вот, опять же, если вас там кто-то пытается надурить, можете открыть его Dota профиль и посмотреть билеты, ну или проверить там фейк, не фейк, потому что эти билеты только у комментаторов есть, их в принципе в природе не существует. Вот это все можно купить за деньги, за большие или маленькие, а вот это за купить деньги нельзя. Для всего остального, да, есть MasterCard. Так. Ты уже видел, что случается с Рошаном, если его превращает Леон в жабу? Ты меня чисто толсто, да, так решил. Ты не представляешь, какая она ржачная. Слышь, говорят, меня, мне даже сложно представить. А почему мы тут вдвоем сидим и больше никого нету? А, Финол есть, все ну, нормально. Кстати, видел его билет? Ну, у него самый козырный билет, у него International 2013 админ. Вот у него козырный билет. Да билетище прям, я бы сказал. Так, почему ты отвечаешь на вопросы, а Вилат нет? Не знаю, спросите у Вилата, почему он не отвечает на вопросы. Мне просто заняться нечем, я, чтобы не заснуть, просто отвечаю на вопросы, вот и все. Why not? Стоит ли сейчас покупать компендиум или он уже без толку? Ну, он вам даст, конечно, уже в разы меньше плюшек. Точнее, они будут практически те же, но в меньшем количестве. Да, у вас будет этот же курьер, у вас будет этот же battle бонус. Просто если бы купили этот battle бонус 3 месяца с половиной назад, когда этот компендиум только-только вышел в продажу, например, вот как я это сделал, как многие это сделали, то вы бы получили 90 там, с чем-то дней бонуса по Battle Point, я аж задумался. Тут инмейт у нас смотрит картинки интересные. Про Бэтменов. Про Бэтмена вообще, кстати, отлично. Семейный да. Столик для дизайнера Чайзер Люшера. Столик. И столик Бэтмена. Да. Детский спальный набор Человек-паук. Не, ну это вообще жесть. Во, то, что тебе надо. Может, знаешь, как вот над сыном издеваться, как, знаешь, с помощью лазера кота вот так вот по квартире. Да. А ты вышел Бэтменом. С помощью Бэтмена. Так, сколько еще продержишься без сна? Ну вот я сейчас докомечу этот полуфинал и не буду продерживаться без сна, я пойду домой спать. Сейчас ты поедешь домой, а мне еще ехать час. Да, я через 5 минут после того, как откомечу, буду уже дома, потому что я тут рядышком живу. А вот инмейт будет спать в метро, проспит свою станцию, покатается по городу. Ну как бы, да, я приеду сразу на завтрашний день. Да. Так, спрашивают, почему мы пригласили Версуту? В смысле, почему? Ну, он по-хорошему, если бы у него паспорт он не завтыкал сделать вовремя, то он бы с нами поехал на International. А так, ну, опоздал чувак, опоздал. Ну, зато сейчас он в Киеве обитает, почему бы его не пригласить? Действительно, да? Хватит уже. Заходят у нас игроки, Муши на месте, Дэнди тоже сейчас зайдет. Он уже точнее тут, но еще не стартуем мы. Он будет комментировать этот матч, судя по всему. Не хватает еще этих двоих. Мерлиня.
Да, тех тоже не хватает. С другом своим. Так. Дэнди говорит, хочу рейдентов. Давай, и муж сразу ему, на тебе рейдентов. Изи, бро. Он еще поплатится за это, за это малодушие, которое он проявил. Будут ли на интернешнале конкурсы? Если вы говорите про арену, то вроде как тут будет какая-то культурно-развлекательная программа, тут будет, будут турниры, там 5 на 5, что-то 1 на 1 или 3 на 3. В общем, есть у нас на сайте dota2.starladder.tv полное расписание мероприятия, что как будет происходить, какие там будут... это из Геркулеса мультика, да. Какие там будут приколяшечки у нас, что там будет разыгрываться, не разыгрываться. В общем, всему вы будете свидетелями. Ладно, мы возвращаемся. И это на паках. На паках будет сейчас у нас первая игра. Да. Это серьезно. А вторая на каких героях? Что вторая? Я не знаю, вторая на каких героях. Вот. Надо найти, сейчас я твиттер почитаю. Соло пишет, что он уже 3 раза поспать успел. Я читаю эту конференцию, да. Так. У них там какой-то вообще экшен происходит там в конфе, в суперсекретной конфе. Ладно. Будет ли какой-то специальный приз победителю этого турнира? Я думаю, что будет. Я думаю, что Valve сделает какую-то премию небольшую, например, еще $1.5 миллиона. Почему бы и нет? Такой просто выиграл чем? Один на один. Стараются. Говорят, давайте мы вам еще там лямчик выдадим за первое место и на одного человека. Все такие, ладно, давайте попробуем. Так, вот он Дэнди со своим сусликом. Так, у меня уже начинает потихоньку плавить, потому что я вот слежу за Дэндиком на паке, думаю, интересно, против кого он будет стоять, вижу пака, и меня просто вырубает на 5 секунд. Всего на 5? Я пытаюсь понять, что происходит. Вот это ты слабый. Я пытаюсь понять, что происходит, потому что увидеть двух паков... Там такие тролли толстые у нас завелись. Я ничего не понимаю, что они пишут. Подожди, это что за язык-то вообще? Обычный язык. Вот там, где капсом выше чуть-чуть. Вот это да. Ладно. Так. Please take it easy. Ладно, посмотрим. Тут уже у Дэнди какой-то коварный план. Да, они сейчас там друг другу бдительность усыпляют, а сейчас... Собрал. Заяц с баяном, это очень сильно. А пауза работает? Не знаю, хочешь проверить? Пока ничего страшного не случится, если я нажму. Попробуй. А вдруг? Попробуй вдруг. Так неудобно будет. Неудобно. Нет, стопэ точно работает, когда вот... Первый раз был 2-0 по фрагам на VR, как они играли, и потом какой-то сакастер нажал. Это админ, скорее всего, нажал паузу. Поэтому админу можно, да. Эх, рисковый парень, инмейт. Нажал. Нет у тебя админского просто билета. Видишь, Матрикс живет где-то здесь, где-то вот в сердцах. Он рядышком там через стенку должен где-то обитать, так что все нормально. Он до сих пор этот. Его дело живет, его борьба. Не, я даже не представляю. Вот эти два пака, вот что они сейчас будут делать? Кидать друг друга арбами и шифтиться от них? То есть, хочется так. Мне кажется, верит тот, кто этих. Это реально будет продолжаться бесконечно. Это вот как два акса, которые за того раз бегают. Так. Вот он залетел, этот орб. Я продолжаю читать... какие-то интересные или не очень интересные вопросы. Кто здесь комментаторы?
Какие комментаторы? Какие комментаторы? Хованский и Мэдисон комментаторы. Боже, что это за дичайшая фотка? Не фотка в доске. Блин, нет, на самом деле вот эти перлы, которые там фотографируют на стримах наши зрители, они порой просто шедевральные. Так, куда там у нас отправился Пак за Руной? Я думаю, что вот тебе иллюзии. Стоит прямо сейчас плюнуть на все и посетить конференцию. Боже. Я не знаю, я думаю, я не могу сливать такой уж жесткий инсайт, поэтому... Потому что тогда у Соло еще добавятся клиенты. Клиенты. Пару тысяч, не, ну, так бы, точно. Не, Алик сегодня весь день продавал ноутбуки. Да, да, было дело. Не, ну Алик, он знатный, да, ноутбукер. Как у него горел? Полыхал очаг. Там для меня горит очаг. Да, кстати, я тебя сфотографировал, пока ты спал. Блинский, блин, ну что мне теперь делать? Сколько ты за нее хочешь? Не знаю, твою душу, например. Ладно, ничего, у меня есть твои сосцы, я тоже тебя фоткал спящим. Но, у меня есть и, типа, этот... В БО3 я бы тоже победил, у меня есть вот это вот. Это реально сильная тема. Так, ладно, уж эти фотки, а то народ все равно не видит, о чем мы тут с тобой разговариваем. Заканчивается, кстати, мана вот у одного пака, у второго пака пока с этим проблем нету, к нему еще и курьер сейчас возвращается, этот мимими курьер, капитан Панда. Панда, капитан Панда. Капитан Панда, прошу прощения. Прям как Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. Что-то Дэнзик это, того. По крипам просаживается, по мане. Ну, он сейчас немножко, конечно, уступает, да, но сейчас он заберет хосту. И Муши может от этого тоже быть не очень приятно. Хотя Дэнди почему не выбрал не тропу войны. Почему они не максят Сайленс? В смысле, почему? Ну... Вот если так посмотреть, то на третьем уровне арба 210 дэмэджа, на третьем уровне сайлса 210 дэмэджа. Только сайленс тебе даст 2.25 сала на противника, и он не сможет ни уйти ни в шиф, ни дать свой сайленс, ни дать орб. И можно ловить его на откате, да, на откате. Да, возможно, ты прав. Ну, возможно, что-то знает Дэнди и Муши. Один в один. Ладно. Спрашивают у тебя, почему ты носишь очки? Какие очки? Вот эти вот очки, почему ты их носишь? Потому что они на меня налазят. Хорошо, какие очки бы ты тогда не носил? Которые на меня бы не налезли. Детские, там, я не знаю. Детские, например, да. Да, очко циклопа я бы точно не стал делать. Вот посмотри, там Дэнди быкует, кстати, ловит, сейчас он муши в арбу и уходит. Да, Дэнди не стал за ним гнаться. А если бы у него был сайленс, который бы он сейчас дал на троечку? Ты можешь бы никуда не улетел. Ну, тоже правда, на самом деле, да, действительно сейчас согласен. Сейчас он такой, я без арба, мэйдэй, Хьюстон, проблемс, и умирает. И вот такой, оп. Где эти фотки берутся? Кто его знает? Так. Тут у нас 6-й левел пак, Дэнди у нас тоже 6-й, только чуть больше опыта, совсем чуть-чуть. Да, крипов заденайл на 6 больше, чем его оппонент. Боже. Что это? Так, у нас, кстати, сейчас будет ФБшечка. Да, друзья, это ФБшечка. Муши так вот, делает за счет своего грамотного ульта разбивает Дэнди лицо. Счет 1-0. Остался фраг, да. И два тавера. В общем, ТВР, смотри, вообще не побитый ни у одного, ни у второго.
Так, пошло Дэнди Рак там и так далее. Не, ну из хороших детства замуши. У меня, поэтому Майл тоже не уехал. Почему? Ну, потому что включил меня. А, ну норм. Майл там сейчас где-то на пуфике развалился и дрыхнет. Зашибись. Я практически уверен. Значит, он будет смотреть, как я сплю в метро, и фотографировать это. Что там? Соло все знает. Ладно, напоминаю, друзья, что игра у нас продолжается до двух фрагов со стороны одного из игроков, либо же до падения двух тавров подряд. Ну, не подряд, я не знаю, как это может произойти не подряд. В общем, нужно, чтобы две вышки кто-то из них запилил, либо же убил противника два раза. Пока что счет 1-0 в пользу Муши, и это, конечно, напряженная тема, потому что сделан был этот фраг на вот такой средней стадии уже игры, когда и опыт, и денежка уже разница действительно ощущается, потому что противника уже долго нету там на карте, у него большой таймер кулда, ну, респауна я имею в виду. В общем, такая неприятная достаточно тема. Кстати, есть еще реген у Муши в колбе, поэтому можно бы еще потратиться. Сейчас, пока у него есть мана, можно было с ульты просто убить Дендика. Так. А теперь Дендик решил убить с ульты. Ну, кстати, промахивается Сайленсом Муши сейчас, слоу-граунда расстреливает Денди. Но вот Сайленс хороший от Дендика, и Муши... Сейчас нет, Муши здесь выживет, да, это шифт. И Денди получает очень сильно от Таура. Это шифт. Это шифт. Что там вы уточняете тонкости? Трамплинга. Смотри, опять центр врыв, и в этот раз Дэнди находился под угрозой уничтожения. Правда, не разорвал он линк с Дримскойлом Муши. И выжил. Опять же выжил. Я уже не знаю, меня уже реально тоже начинает потихоньку вырубать. Я думаю, если бы это было 5 на 5 дотка, мы побыстрее, точнее, получше бы с этим справлялись, друзья. Ну уж простите нас, пожалуйста. Действительно сложно в такую рань комментить такую увлекательную доту. Да, видимо, уши все равно попадает под иллюзорий арбу. Там радиус поражения очень большой, и если вы прячетесь в фейс-шифт немного не по таймингу, то вы встреете, причем очень-очень плотно. Встреете? Тогда мы идем к вам. Ну что, там есть дабл дэмэдж, есть ульта. А нет ульты, ульта-то у Дэндика. Ну что, сейчас у Дэндика есть ульта, может быть стоит напасть? Пытался сейчас развести муши. Грамотно. Думаю, что Дэнди заводит тычку. Ну вот сейчас очень сильно встреет муши, да, и нет, есть стики. Дабл дэмэдж решает. Это минус, судя по всему. Да, это минус. Ой-ой-ой, птицу пробивает, да, ты посмотри. И арба, отличный фейс-шифт. Птицу забирает, а Дэнди застрял. И у Дэнди нету телепорта. Так, вот это так, жесть. Так, так, так. Попадает. Гага. Первая вот так карта. Вот. Я блевал. Ну вот, он и ливает. Так, вторая игра на ком будет, друзья, я не знаю. Там Дэнди дисбанд, все дела. Конечно. Угу. Да, я в пабе лучше играю. Ну, сейчас посмотрим. Как у нас будет играть Дэнди на второй карте. Потому что первый свой матч он тоже начал с поражения, после чего взял две карты подряд. Дает противникам фору хотя бы какую-то. Да, может быть. Может быть и так, а может быть и нет. Выясним мы это совсем-совсем скоро. Так. Надо бы как-то ноги протянуть получше.